Баба-Яга в мире городских служб не летает в ступе. В ее арсенале насадки, щетки для мойки и чистки городских отбойников, ограждение барьерного типа. Механическая помощница вышла на дороге областной столицы аккурат к началу весеннего благоустройства. За 3 месяца специалистам предстоит привести в порядок аллеи, парки, дворы, территории вблизи школ, детских садов и поликлиник. Мы переоборудовали баба-ежки, как называем в народе, это получается мойка отбойников. 2 единицы мойка отбойников переоборудовали пылесосы. Сегодня уже начали пылесосить центральную часть, осевые, Московское шоссе, Локомотивное, Кирово. Также мы переоборудовали керхер, мойка остановок. С его помощью уже начали преображаться остановочные павильоны Ленинского района. На очереди за Свияжский, Железнодорожный и Заволжский. На первую половину апреля стоит задача убрать мусор и упавшие ветки, помыть линии электропередач и контактной сети. Параллельно в порядок приведут пешеходное ограждение, светофоры и дорожные знаки. Касаемо дорожных знаков, также запланирован обслуживание в качестве ремонта и замены дорожных знаков. Это порядка 1350 знаков по покраске металлических неоцинкованных стоек в количестве 2000 штук. Ну и также ремонт и замена. Во второй половине апреля городские службы побелят стволы деревьев, покрасят бордюры, приведут в порядок памятники и малые архитектурные формы. Ближе к маю откроется сезон обработки зеленых зон от клещей. На это же время запланировано озеленение города. Планируется высадить 400 саженцев разных пород и почти 2000 кустарников. К 9 мая в Ульяновске распустятся тюльпаны, которые посадили специалисты городского центра по благоустройству и озеленению. Они же готовят рассаду для парков и сквера. В тепличном комплексе городского центра по благоустройству происходит высадка цветочной рассады. Соответственно, в питомнике мы готовим древесно-кустарниковые породы для высадки на городских территориях. Первая общегородская санитарная пятница пройдет уже на этой неделе, 5 апреля. Ульяновцы выйдут на уборку придомовых территорий, сотрудники заводов наведут порядок на прилегающих предприятиям площадках. В общественных пространствах организуют рыхление снега, чтобы ускорить его таяние. Александра Никитина, Управда ТВ.